Forbes назвал плюсы дешевого рубля. Обозреватель американского финансово-экономического журнала Forbes Тим Уорстл объяснил, почему ослабление рубля – это то, что нужно экономике России в настоящий момент. Возможно, это кажется немного странным – радоваться падению ценности валюты. В конце концов, из-за этого жители страны становятся беднее. Однако есть времена, когда эта ситуация с валютой – то, что нужно. И сейчас в России как раз такие времена, считает обозреватель. Во-первых, он обращает внимание на то, что Россия продает нефть в долларах. И если в долларах цена на нефть падает стремительно, в рублях снижение происходит медленнее. Это снимает как минимум часть нагрузки с российского государственного бюджета, который рассчитывается в рублях. Ослабление валюты стимулирует покупательскую способность Кремля. Страна получает больше рублей за баррель экспортируемой нефти, чем раньше. Конечно, падающая цена на нефть работает в обратном направлении, но падение курса рубля смягчает эффект, пишет он. Во-вторых, слабый рубль с точки зрения Уорстла может оказать положительное воздействие на российскую промышленность ввиду необходимости заменять импортируемые товары своими собственными. По его словам, в ситуации, когда такая зависимая от экспорта нефти и газа страна, как Россия, сталкивается с падением цен на топливо, ее экономика остро нуждается в переориентации. Необходимо, чтобы страна производила больше товаров, которые она ранее импортировала. Ослабление валюты как раз этому способствует. Это делает импорт более дорогостоящим, ввиду чего количество ввозимых товаров снижается. Внутреннее производство становится более выгодным, поэтому оно увеличивается. Кроме того, это удешевляет экспорт других товаров, не связанных с нефтью и газом. Для этой экономики это то, что доктор прописал, пояснил Уорстл. Между тем, курс доллара в ходе торгов в четверг обновил исторический максимум и поднялся выше 84 рублей. Курс евро подскочил до 92 рублей, обновив максимум с декабря 2014 года. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся!